Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас мега-супер-пупер сложные схватки за территорию. Будем защищать свою территорию, да? И это у нас, как говорится, самые интересные поединки. Так, ну, первый бой у нас такой лайтовый, да? Существа всего, там нету ни у кого по там 6, 7, 8 тысяч ударов и по 20 тысяч жизней. То есть это вообще такие слабачки, можно так сказать. Ну, при том они сильнее практически всех наших. Сила ударов 4000 имеется только у Индораптора. Митрефодона не берем, у него жизни вообще нет. То есть они все по силе как Индораптор, как максимально сильное вообще существо, которое может быть у нас в парке. Они так всего лишь втроем такие же мощные. Так, и очень да так неудобно они стоят. Нужно брать амфибию. Амфибия, он подменится. А, он, наверное, не будет подменяться даже. Потом Метриафодона можно взять. И вот так вот давайте попробуем. Неудобный, конечно, противник у нас. Расположился, так сказать. Он может нас легко пробить. У нас шансов ошибаться вообще нет. Ну давай, раз он потратил все баллы. Так. У него же там вроде ничего не осталось, да? Ну, сделаем вот так вот. Эх. Конечно, классный удар, но защититься, в общем-то, возможности нет. Он как раз должен сейчас проатаковать на все 4. Да. Все вообще сложилось идеально, ребята. Достойно лайка. Разыграли все как по шахматам. При том, что это, да, такой сложный поединки, когда у вас три противника по к разным стихиям, скажем так, относятся. Разных видов. И тут у него не было выбора, он обязан был атаковать. Вообще развели его как, не знаю, как ребеночка маленького. Отобрали конфетку. И это была всего лишь вот такая вот не супер сильная команда моя. А противник был сильнее в суммарно раза в два. Его-то силой удара за 4000 у всех и жизнью максимальной. Фух. Так, так таки так, кто у нас там следующий по силе? Блин, ну за один удар практически пробивается. Не знаю, даже не знаю. Взять еще опять Метриафодона. Попробовать сыграть такой же сетап, как был, только взять более сильного Индораптора. Но здесь будет сложнее. Здесь я вообще один удар еле выдерживаю. И он, скорее всего, проатакует. Да. А вот сейчас, наверное, не проатакует. Нет, таки проатаковал. Да, но теперь мне уже нельзя защищаться, ибо не могу. Так, ну Индораптор должен разбираться со следующими двумя, с Конквинатором и с Иоламбией, получается. Раз, два. Ну, он бьет просто очень сильно. То есть, просто я не... Метриафодона защищать
Он с одного удара ложится вообще. Ну, у него пятерка сила удара у конковинатора. Ну, у меня баллов-то вообще-то 5. Он не должен был бы атаковать. Но он атакует. То есть непонятно почему и как. Но он атакует. Мне нужно на 4 атаковать его, да? Ну, давай так. То есть он балл один перенес, да, наверное. Ну, я выдержу. Я 20 легко выдержу. А, нет, ничего не перенес. То есть, как бы я что-то перестарался. Даже перестарался. Но этот бой был посложнее. Был посложнее. Но мы также все как шахматные гроссмейстеры. Все, короче, разрулили. Ух, выдохнули. А здесь, ребята, вообще райская жизнь, так сказать. Давайте возьмем Юдона. Возьмем Церазина Сигназуха. Вообще, сейчас порвем всех в клочья. Два удара я, по идее, выдерживаю, а по идее и нет. Так, ну это хорошо, то есть мы уже его развели на 2 балла. И выжили, вообще шикарно, ребята. То есть все, он покойник. Ну, сегодня, короче, просто все складывается идеально. Но это в честь праздника. У меня сегодня 1 мая. Ну, что ты будешь делать? Атака на 5 из 6. Ну, пробил, наверное. Нет, не пробил. Ха-ха-ха. Вот так, давайте будем шинковать. Даже вот так сделаю, чтобы он выжил. Надеюсь, выживет. Вот, ой, там больно будет бить. 3500, не, как раз выживет. Давай, атакуй меня на все 4. Думаю, будет атаковать у него. Нет, не захотел. Ну ладно, попытаемся его пробить. Да. А, не хватило. Ну ладно. В общем-то, нам пофигу, мы сейчас атакуем по полностью, и потом атакуем по полностью, да и все. Даже если бы он защитился, его бы это не спасло. Да. Великая победа. Анхапристис. Ну, пусть будет так. А на этом, ребятки, все. До скорых встреч. Вот что-то у меня миллионы нужно собрать. Нужно собрать миллионы. Вот и все.